Покорители небес. Наши коллеги, команда сотрудников Белгород Медиа совершила прыжок с парашютом. Готовилась шестерка отважных почти неделю. Об эмоциях, влюбленных в полеты, расскажем в сюжете. 4 дня теоретической подготовки, и вот десант Белгород Медиа высадился на аэродроме в Томаровке. Испытать себя на прочность решили 6 человек нашего коллектива. Перед тем, как покорить небо, обязательная зарядка и отработка правильного приземления. Самое важное здесь – научиться группироваться, иначе посадка будет твердой. Плотно сжаты, напряжены. Подготовка к прыжку продолжается уже в самолете. Воздух парашютистов поднимет Ан-2. Идет инструктаж о правильном поведении на борту. И вот до полета остаются считанные минуты. Для большинства коллег это будет первый прыжок. Это твой первый полет. Как ощущения? Чего ждешь? Да пока что ничего не жду. Особенно как-то решил себя особо не настраивать, потому что все окажется в воздухе, все эмоции будут в воздухе. Поэтому я себя как-то особо не настраиваю, не накручиваю. Спокойная уверенность. Нам все так хорошо объяснили, что даже пока страха нет, как ни странно. Все можно победить. И себя тоже. Это же очередная победа над собой. Поэтому. Какой прыжок это по счету у тебя будет? 4-й. Следующий этап – обмундирование. Надеть и закрепить его правильно помогали опытные инструкторы. К слову, с собой у парашютистов 2 купола. Далее одевать запасной парашют, который откроется в случае, если у меня не будет работать основной. То есть мы открываем, дергаем текущий, и, собственно, парашют меня спасает, я буду жив-здоров. И вот момент, которого все ждали. Наша команда отправляется на посадку. Набираемая высота 700 метров. Длительность полета под куполом почти 2 минуты. Красивое зрелище с земли, невероятные эмоции самих парашютистов. Мы это сделали. Очень, очень здорово, очень ярко. Опять в очередной раз прибывались на прекрасную нашу землю, на прекрасный вид, такая панорама открывается, это машины едут, ездят, не знаю, домики, все это так замечательно. Вспоминаю слова инструктора, когда я уже начинаю, вижу, что наши парашюты сближаются. Тут я вспомнил, покрутил головой, потому что надо было строго потянуть, но мне казалось, что я полечу в кукурузу, я буду один из немногих, кто полетит и угодит в эту зелень, но этого не случилось. Очень много эмоций, страха не так много, как я думала, больше восторга от полета. Я поняла, что мне нравится летать, наверное, я попробую еще параплан. Ты стараешься себя сдерживать, свои эмоции, в то же время не забывать про чеку, запасную парашют, чтобы его вовремя вытащить. И... это просто супер. Очень красиво. То есть это возможность ощутить чувство полета, как в детстве, да, во сне. И увидеть землю с другой точки. То есть мы обычно смотрим на небо и восторгаемся, а тут в полете красиво. Как напоминание о преодолении своих страхов, на память всем выдали свидетельство парашютистов. Отметим, что это уже 2-я команда «Белгород Медиа», покорившая небо. Елена Погорелова, Андрей Андрейко. К этому часу. Белгород.